Так, ну здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуку Фэмили, и мы начинаем проходить Hitman Контракты. После второй части идет Hitman Контракты. Вот, так что присаживайтесь поудобнее, мы попроходим сюжетку. В принципе, а всем приятного просмотра. Так что начнем. Так, новая игра. Любитель. Сейчас, наверное, громко будет. Ага, вот значит мы начинаем с того момента, где закончилось. Так, у нас максимальная. Ага. Вроде как у нас новый пистолет, да? Так, подожди, мы набираем или... Или тоже бесконечно? Ладно. Ага, это там, где мы с этими... Ого! Псих-пулемет утащил, серьезно? Это опасно. Если психи бегают с пулеметом. Псих... уничтожился, да? В подвале так много близнецов, их производят как... Я не сумасшедший. Ну да, близнецы, есть такое дело. Опыт и все такое. Да, подожди. Нам надо... с этим хреном что-то решить. Кухонный нож. Так, оно вообще сюда? Или нет? Надо разбираться, куда нам. Дверь закрыта, а куда нам выходить-то? А, выход здесь. Ага. Ух ты, сколько патронов. Так. Так, подожди, то, что мы игру можем сохранить, это понятно. Так, подожди.
Слушайте, это командир Беллу из Руинского спецподразделения. Все вокруг перекрыто и здание окружено. Сдавайтесь, и мы никому не причиним вреда. Всем снайперам! Стрелять без команды! Пусть снайперы стреляют, а это тут при чем? Побег невозможен! Выходите, иначе мы войдем в здание! Так... Убежище. Так, подожди. Сложите оружие и выходите, или я не гарантирую вашу безопасность. Там же тоже хрен, по-моему, ходит, да? Или нет? Подожди. Не, по-моему, там никто не ходит. Так, подожди-ка. А я смогу мимо них пройти, мне интересно. Центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа, все чисто. Тихо. Все нормально. Ключ от автомобиля? А где он? А где ключ от автомобиля? Ё-моё. А вот этого я не знаю. Отряд Браво, доложите обстановку. Подожди. Отряд Браво, все чисто. А где ключ от автомобиля? Алло. Подожди. Мужик, все нормально. Я просто ищу ключ, и все. Стоп. А где реально ключ? Отряд Чарли, доложите обстановку. Отряд Чарли, все чисто. Так, подожди, а где ключ? Может, среди палат? Центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа, все чисто.
Подожди, если это был выход, а где ключи? Вопрос. Лифт где? Отряд Браво, доложите обстановку. Отряд Браво. Подожди, я не понял, а где ключ? Где ключи брать? Вопрос. Бля, это опять одежда психа. На что такое? А может, ключи находятся где кабинет этого Майера или где этот кабинет? Подожди. Так это ж не кабинет Майера, это кабинет кого? Отряд Чарли, доложите обстановку. Отряд Чарли, все чисто. Это книжки нам всякие. Что за херня? Подожди-ка. Не, на машине-то скрыться можно, но, в принципе, если я ключи не нашел или не найду... Стоп, что? А, это рука. Так, центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа, а что они бегают по кругу? Вперед! Да, нормально, ребят, вперед, да. Можешь включить тут? Подожди. Ага. Отряд Браво, доложите обстановку. Отряд Браво, все чисто. Так, ну это этот ходит, это понятно. Опа, а что тут? Что здесь? Отряд Чарли, доложите обстановку. Отряд Чарли, все чисто. Да блин, ну что за фигня? Я ключи не могу найти нахер на машину. А почему, непонятно. Ладно. Валим тогда это. Бля, но если, блин, мы свалить не сможем, это будет жестко. Вперед, вперед! Ладно. Центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа. Все чисто. Получится пройти, нет? Вперед, вперед! Серьезно, из-за солдат? А где мне ключи, блядь, по-вашему, брать? Вопрос. Алло. Ох, япона мать, а где ключи брать?
как выполнять первую миссию в этом контракте? Я не могу сраные ключи найти. Что? А чё они шуганулись? Отряд Браво, доложите обстановку. Отряд Браво, все чисто. Они обратно забегают? В натуре? Ну ладно. Погнали, чё. А где ключи нафиг? Ты знаешь? Нет, урод. Я ключи не могу этих уродов найти. А где ключи? В натуре, где эти сраные ключи? Отряд Чарли, доложите обстановку. Отряд Чарли, все чисто. Так, подожди, а они... Что тут охраняют, вопрос. Все это, конечно, интересно, но почему я ключи не могу найти? Ключи где? Может здесь? Центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа. Нет. Все чисто. Бля, тут какая-то книжка только и все. Мяха-муха, а где ключи? Оу. Вот так прикол. Бля, ну серьезно? Браво, доложите обстановку. Я не могу миссию пройти. Все чисто. Из-за ключей. Что за ебатня? Оу. Ну блин, это значит, получается, ключи должны быть где-то это. В той стороне. Ага, это псих. Которого убили, да? Отряд Чарли, доложите обстановку. Отряд Чарли, все чисто. Блять. А где лифт? Лифт, походу, там впереди. Бля, главное не бежать. Ладно. Центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа, все чисто. Стоп, второй этаж. Подожди, а подвал как вернулся? Это на второй этаж, походу, вернуться. Отряд Браво, доложите обстановку. Отряд Браво, все чисто.
Так это тут всех положили? Не, подожди. А почему я не могу вернуться? Стоп. Что за фигня? Ну? Но это выход уже к этой. На первый этаж. Может, она на втором этаже была, я не пойму. Лаборатория ж вроде как подземная, а не наоборот. Отряд Чарли, доложите обстановку. Отряд Чарли, все чисто. Это довольно странно. О, подожди. А ключей тут нету? Может, тут где-то ключи должны быть? Стоп. Нет, это патроны. О, подожди. Бля, как я эти ключи мог не заметить, а? Я дебил. Я дебил. Все. Погнали. Центр отряду Альфа, доложите обстановку. Отряд Альфа, все чисто. О. Ребятки, все хорошо. Не кипишую. Да ё-моё. Так. Вперед! Тихо, тихо, все нормально. Мужики. Вперед, вперед! Вперед, вперед! Стоп! Отряд Браво, доложите обстановку. Отряд Браво, все чисто. Ну, хотя бы так. 20 минут. Вот уже и началась следующая миссия, да? Угу. Получается, мы уже эти, типа мясники. Но я не знаю, смогут ли они нас пропустить. Понятно. А мы теперь и не...
Мясники, значит, не носят оружие, да? Ладно, сейчас посмотрим, что там у нас. Убежище, вечеринка, лесного. Короля, да? Так. Ага. Ладно, в принципе, будем вот эту миссию проходить потом. Попробуем ее, она будет, наверное, все-таки долгая. Вот этот мужик пошел, в принципе, поссать, что-то такое, вот. Ну а мы, в принципе, на этом остановимся. В принципе, вот будем начинать потихоньку проходить контракты. Они тоже довольно непростые, ну, хотя бы так, вот. Так что будем как-то проходить, интересоваться Хитманом. Потому что вряд ли за эту миссию, за это прохождение я бы успел пройти именно вот эту миссию. Вот. Это как бы начальная миссия, чтобы такая разогревающая, чтобы показать вам, что как выглядят контракты. А вот эта миссия должна быть интересная, каким-то образом мы ее должны пройти. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Увидимся уже в следующих прохождениях, ребятушки. А всем спасибо за внимание. Увидимся уже в следующих прохождениях игр и Хитмана. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.